Так, берем дальше, да, разделяем опять вот эту мышцу ягодичную на две части. Она двуглавая, да, поэтому вот, как бы, одну головку берем, находим вот отсюда. Проминаем ее подробно. Снизу вверх все наше движение. И вторую головку. Снизу вверх. Вот с этой части мышц больше с этой стороны, да? Поэтому мы их дополнительно еще проходимся по ним пальцами и руками вот с этой стороны. Потом берем совместно всю ягодичную группу, да? Начинаем вот так вот захватывая, стараясь от кости отделить, да? И вот так вот ее проминаем вот таким валиком. Как я вам показывал со змеей, да, то есть вот это вот движение. И шли дальше, вот так вот ее растянули, размяли. И вот здесь вот они, мышцы опять крепятся, да, поэтому опять это место поподробнее, более такими вот плавными, глубокими движениями. Опять же мы можем вот так вот совместить и растянуть, совместить и растянуть всю группу мышц широко, да? Чуть-чуть относительно бедренной кости, да, и ее группе мышц, мы вот эти мышцы вот так вот немножко расслабляем, повернув их спиралевидно друг против друга, да? Так, с этой частью закончим и перейдем дальше к стопе и внешней поверхности голени, да? Значит, смотрите, ну опять же я вам говорил, можно поставить и на колено или на подушечку специально, да, и вот так обработать с этой стороны, с этой можно упереться в плечо ногой, да, и обработать ее вот так, опять же движение снизу вверх все будет, да, или руками. Это делается для того, чтобы не переворачивать клиента лишнее типа время или что? Нет, это не только для того, чтобы не переворачивать, а чтобы подробнее проработать эту группу мышц, потому что когда мы перевернем, то спереди голень практически не массируется. Массируется только бедро, а голень там, ну там практически кость. Все мышцы с этой стороны находятся. Далее вот такое вот движение. Так, ну сейчас покажу тогда вот на камеру, как мы делали, да? Вот полностью руками. Коленями то же самое. Отжимаем от косточки мышцы ладонями, также кулачками можно, и лапы леопарда. А с этой стороны, вот если ты покажешь, да, мы как бы делаем из руки такую прищепку и начинаем снизу вверх. Видно, да? Отделяем мышцы от косточки. Заканчиваем на лодыжке. Круговые мягкие движения. Опять мы все это делаем снизу вверх. Гоним мышцы лимфы вниз. Вот видите, я тут уже глубоко пальцами дохожу уже под эти мышцы. С этой стороны, с этой стороны, то есть вот эти движения, они так вот ее проталкивают еще ниже. Так, ну а дальше мы начнем работать со стопой, поэтому пока